Друзья, всем большущий привет из города Серпухов. Сегодня был боксерский забег, бежали 9 километров. Сейчас покажу, какие ощущения, впечатления. До сих пор под адреналином. Для чего нужен бег, для чего нужен спорт? Смотрите, если мы рассматриваем общую концепцию здоровья, общую концепцию похудения, похудение не ради похудения, а похудение для здоровья, то наша с вами задача привести тело в определенный баланс, привести нашу гормональную систему в определенную равновесие. Для этого обязательно нужен спорт, потому что он выравнивает наш гормональный фон. Спорт помогает нам с вами похудеть лишь на 15%. Если мы не откажемся от сахара, от мучного, от злаков, то ничего не произойдет. Ну, плюс инсулинорезистентность, соответственно, меньшее количество приемов пищи. Для чего нужен бег? Для боксеров, для тех, кто хочет привести себя в порядок, бег помогает восстановить нашу сердечно-сосудистую систему, прокачивает кровь по всему телу, делает сердечную мышцу более выносливой, наши суставы готовят к определенной нагрузке, поэтому без бега, без нормального кардио невозможно прогрессировать ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения какого-то вида спорта, тем более бокса. Друзья, всем удачи, встретимся в ринге.